Вы их не одолеете, милый Эльза Ивановна. Прошу не беспокоиться обо мне. Знаете, к чему я пришел? К чему? К мысли, что вас может... Мне страшно, Эльза Ивановна. Мне все еще... Но в солдатиках знаю толк. Человек в жизни должен... Прошу извинить, вы простите к кому? Родителей. Мое детство. Только те две. В них тоже не все очень устроено. Это? Штора. Угождает. А это никогда не кончается хорошо. Ишь, какая премудрая. Просто... Bye.
Скажи, а как вы познакомились с мамой? За 12 лет до войны. Однако, заметь, преимущество это весьма значительное. Жили бы вместе, и я бы с вами. Прости. Нельзя так задумываться, от этого бывают морщинки.
удачах, заботах и радости. Единственное, что мы знаем наверняка, что ученый, как и художник, должен быть не... Я был недостаточно полоумным, чтобы воистину стать человеком науки. Где Тася? Спасибо. Я вас жду, хотя мой работник... Такой лохматый весь. То ли Костя, то ли Самсон. Слушай. Знаю про взрослую девушку. И вообще знаю все. Да ты не тревожь. Yeah.
Да, конечно, конечно. Но знаешь, я так привык к тебе. Как почувалось? У вас нездоровые колени? А продавцу надо весь день стоять на ногах. Я спешу. Да-да. Через полчаса меня ждет директор.
Почему? Тихо. Сейчас. Сейчас я притащу пообедать. За все эти годы ты мне писала не более двух раз. Все же отец твоего ребенка. Конечно, это, в общем, неплохо, что снова пришла любовь. Но ты и умирают. Ну вот. Ну, все же люди находят, ну, похлопочи, ну, поспрашивай. Ну, стань же, наконец, ты практическим человеком. Ну ладно, ладно, успокойся. Мама. Только я крайне занят. Есть дело, не терпящее отлагать. Я прошу 5 минут. Прошу.
Мальчик, я натолкнулся на вашу статью, которую вы опубликовали, едва выйдя из университета. Бог знает чем. Дед, ты идешь? Послушайте! Оставьте нас в покое! Вступили в розничную продажу. Кто тост говорить будет? Ну, никто будет говорить. Я так... Что, ребят, очень, очень хорошо. Я знаю Нину с первого класса, как хорошего товарища. Вы уже тогда все предсказали про этот самый белок. Стабилизация. И невольно на память приходит. Я встретил вас и все. И тут я впервые встретил Нину. Ну и... Наконец-то к настоящему делу.
Сейчас. Чтобы не огорчать. Ну ничего, я больше никуда не уеду. Не беспокоюсь. Пусть живет.
Слушай, ты знаешь, что он мне сегодня сказал? Что? Чтобы мы поженились. Очень хороша. Жизнь изумительна. Знаешь, весь мир, и вдруг все бросить. Это, простите меня, слова жизнь потехала. Вы знаете? Думал, как ужасна сила привычки. Словно тебя поставили на магнитное поле, и ты катишь. А вы ее любите? Позвольте мне выразить мнение. Как вашему давнему другу.
Вы так считаете? Я... Моя идея качественно отличается от всех нынешних способов воздействия. Я хочу научиться... Но оставайтесь при этом директором института. Не могу. Я должен... Я верю, что найду человека, которому буду необходима. Верю. Я... которого я привык чтить... студенческой семьи, скамьи, и которой... испытываю в этот час... Когда... Вторая серия «Псу под хвост». Катастрофически плохо. Представьте,
Именно это говорила моя жена перед тем, как мы навсегда расстались. Таких. Надо быть терпимее к своим коллегам, мой дорогой Самсон. Но с ним она счастлива, а со мной была несчастна. Одежды. И рецепты, как жить. Дело. Да, отрекусь. Если мне докажут, что я не прав. Я хочу быть Коперником. И как можно скорее. Гёте. И может выйти посредственность, а может вообще ничего не выйти. Возвращайте. И кажется, я понял, где. Дед, ты? Спасибо ему. Это потрясающая история, как...
Слушай, дед, а вот у тебя... Нет. Слушай, это только болтают, что старый... На свете единственный. И помни, буду умная, буду учиться. Но ты ведь так хотела в Петергоф. Ну, а теперь не хочу. Ты слишком ее распустил. Она стала еще грубее, чем всегда. Глаз. И кто в этом виноват? Спасибо.
Численные поправки. Каждый требует своего. А он все исправляет. Одна? Ну, естественно, нет. С кем же? Ты с кем разговариваешь? Я твоя мать. Ты? Успокойся. Я знаю, ты радуешься, когда она мне грубит. Тебе все в ней нравится. Даже то, что... Ты уже ни на что не способен в науке. Ноль! И это молодые о тебе говорят. Скажи ему, что это правда. Интеллигентов. И как интеллигент я говорю тебе, я очень люблю тебя, Тася. Но если как... Суммируя, надо признать, что на сегодняшнем заседании было высказано много... Позволю себе, как предприятие. Неясной, нечеткой и прямо даже скажем фантастической.
Может ли наш институт с легким сердцем смотреть на это? Нет, не может! Несдержанный, своенравный и невежественный. Да, потом к зубному врачу. Я тебя там подожду. Существует в науке некая инерция восхваления и восторга. Ученые уже давным-давно... этого, если бы даже захотел. Я попросту перестал их видеть. Жизнь. Никодим Васильевич, ну зачем же так? Ну не мешайте же! Помолчите! Это вы... Конечно, мой Вадик на редкость добрый и порядочный человек. Но Эльза Ивановна дорогая. Был у меня такой человек.
Я сидела и смотрела на волны. Он сел рядом и взглянул на меня. А как же нам быть при таких? И согласиться с той простой мыслью, что... Ведь, так сказать, не только мы с вами. Завтра может стать самым важным. А то, что сегодня представляется... Ты меня давно караулишь? Не очень. Но это невозможно, он ведь идиот, он бабник. Я как лучший друг говорю.
театр или в цирк. И оказывается, это совсем не так трудно. Что? Это произошло. Что? Это бывает со всеми. Ой, дед, как я тебе... It is one of the greatest discoveries of the century. Does it satisfy you? Играю в солдатик. И главным образом в оловянку. Ненавижу нахалов, подлиз и промыр. I hate bootlickers. Как объяснить популярно в журнале для женщин разницу между обычными успокоителями? Вот, даже скажем так, метод подходит. Метод до прошки, но за интерес. А остальное, пожалуй. Человек, наконец, успокоится и освободится от тревог, безотчетного сна.
What would you say ought to be done? Что же, по-вашему, надо делать? Видимо, изменить тот мир. Ну и что? Я люблю, когда меня хвалят, когда на меня смотрят с восторгом. Откуда? А вы прочтите мне, пожалуйста. Ну, что стряслось? Он ее бросил. Кто? Закрылась у вас в кабинете и никого не хочет пускать к себе, кроме Эльзы Ивановны. Разве она скажет что-нибудь по-человечески? Никодим Васильевич. Ну? Пролетит и исчезнет, не останется даже следа. Несу тебе то, что привез.
Папа, ты должен с ним поговорить. Конечно. Пока не просто размолвка. Я полюбил другую женщину. Врать. Не должен был, но я не мог понять. Что? То, что мне сказала мама, что... Я же верила тебе, а ты как они... Thank you.
Ну как ты жил? Ты так долго живешь. Может быть, потому что я слишком любил их. Я был самым... что я предал ее и прогнала меня. Теперь я один. Где? Где мне найти тебя? Где? Не знаю. Не уходи больше никогда. Никогда.